Следующая презентация у нас на тему посменной работы пользователей. Мы говорили по уже по стандартным настройкам телефона. Примерно настройка будет похожа. Что нужно будет знать, что когда вы будете использовать посменную работу пользователей, вы можете использовать одно и то же устройство с разными добавочными номерами, которые пользователи телефонов, агенты могут производить вход в телефон вручную, да, самого телефона. И далее телефон будет подтаскивать с АТС личную конфигурацию пользователя. Да, и все звонки, которые будут производиться с добавочного номера, именно с учетной записи, будет с той, которой вы вошли. Каждый пользователь может войти в свой личный аккаунт. Идеальное решение для небольшого офиса. Когда в офисе нет своего рабочего места, есть несколько телефонов. Вот сюда в любой момент вы можете воспользоваться телефоном, который на столе, и войти в свой аккаунт. Плюс, если же у вас несколько смен, используется одно устройство, также это будет решение. Здесь стоит отметить, что будет ограничение, и телефоны, которые будут использоваться для посменной работы, должны быть зарегистрированы с сервером, как локальный телефон, следовательно, в одной и той же телефон и АТС в одной и той же сети. Или же, если это внешнее устройство, оно должно быть зарегистрировано только через SBC. Стан телефоны не поддерживаются. Какие телефоны здесь будут использоваться? В принципе, лист стандартный. Это FunVille, GrandStream, HTEC, SNOM, E-Link. Прошивка еще раз должна быть то, что мы указали в ссылочке. И у вас должна быть лицензия Pro или Enterprise. В принципе, если вы уже знакомы с настройкой удаленных телефонов через SBC, со стандартной в локальной сети, нового не очень много. Как добавить телефон именно как общий? Вы зайдете в консоли «Общие телефоны», «Добавить», выберите, как он будет у вас добавлен, в локальной сети или внешней. Далее ведется MAC-адрес телефона, модель MAC-адрес. И важный момент здесь, что если этот телефон уже у вас был добавлен, присвоен какому-то внутреннему добавочному номеру, да, скажем, он у вас зарегистрирован был раньше как стан, может напрямую как SBC, а не как общий телефон, вам нужно будет его сбросить на заводские настройки в первую очередь и на уровне добавочного номера удалить его настройку именно SBC или локального телефона или стан, да, чтобы MAC-адрес не присутствовал в системе. После того, как вы продолжите с настройкой, если же это SBC, вы ведете, выберите интерфейс, укажете его здесь, и также будет выбрана настройка общая, часовой пояс телефона по умолчанию, когда он будет, да, стоять у вас, не уже к добавочному номеру, а по умолчанию, как общий телефон. Выберите его стандартный язык, часовой пояс и формат, то, что у вас будет консоль управления. Далее, как присвоить телефон. Когда телефон сбросился на заводские настройки, вы его уже добавили как общее устройство, телефон отправит мультикаст, он у вас отобразится как новый. И когда вы его выберете, у вас появится только вот меню «Присвоить к номеру», да, не будет меню «Добавить на новый номер». Когда вы нажмете его «Присвоить телефон», «Присвоить к номеру», следующее окно, которое появится, укажет, что телефон успешно настроился. Закрепить телефон за добавочный номер, был прикреплен, и далее укажется его логический ID. Это будет первый ID, HD0001. Это значит, укажется, что это пока что первый телефон, который настроен как общий у вас. HD – это английский типа hot desk, так эта фича называется на английском. Далее, чтобы присвоить его к добавочному номеру, вы должны будете убедиться, что настройка у вас именно на уровне добавочного номера включена. Где она находится, вы зайдете в добавочный номер, окно «Параметры», и в параметрах будет настройка, которая называется «Разрешить совместное использование IP телефонов». Вы должны будете поставить здесь галочку. Как только будет поставлена галочка, далее вы сможете уже с самого настольного телефона ввести дайл-код определенный и зарегистрироваться. Давайте я вам тогда вышлю ссылку на английском, и сейчас найдем ее также на русском языке. Нашел. Пока что две ссылочки высылаю, да, как производить вход и выход на добавочный номер. Получается, по умолчанию у вас будет стандартный код, дайл-код, звездочка 77. Данные коды, дайл-коды будут доступны в параметрах. Я, кстати, вам вторую ссылку, которую скидывал, вы можете почитать вообще, что такое дайл-код, какие они есть, как их применять. То, что нужно знать, что по умолчанию код звездочка 77, и как вам можно будет с добавочного номера произвести вход. Получается, на телефоне вы набираете звездочка 77,
77, снова звездочка. Далее вы должны указать добавочный номер, который вы хотите войти в, именно в ваш профайл. Указывается добавочный номер, скажем, 101. И после указывается еще раз звездочка, и далее нажимается вызов. После телефон обратится к АТС. АТС ответит, что нужно ввести ваш пин-код голосовой почты, чтобы вы смогли авторизироваться. После того, как вводится пин-код голосовой почты, если он корректный, вы попадаете в ваш аккаунт. После этого АТС генерирует конфигурационный файл, отправит его в телефон, и вся информация с вашего именно добавочного номера будет подтянуться на ваш телефон, на ваше устройство. Получается, если вам далее нужно будет выйти из аккаунта, вы можете использовать код звездочка 77 звездочка 5 звездочка, нажимаете вызов, и ваше устройство, настольный телефон ваш, выйдет с именно профайла добавочного номера и станет не на заводскую настройку, а в настройку как хот-дескинг телефона. Еще один плюс входа в добавочный номер, что вы можете, не выходя из первого профайла, скажем, вы вошли в профайл добавочного номера 101, и у вас задача зайти в профайл добавочного номера 102, вам не обязательно производить выход. Что вы можете сделать, как только вы находитесь уже в одном профайле, вы вводите профайл нового добавочного номера, звездочка 77, скажем, 102, еще раз звездочка, нажимаете вызов, вводите ваш пин-код голосовой почты, и телефон уже подтащит новые настройки, получается, не нужно будет происходить выход. Бывают случаи, когда пользователи забывают производить выход, чтобы его аккаунт не был зарегистрирован, телефон не получил звонки, плюс никто из других пользователей не могли воспользоваться моментом и позвонить с телефона. Да, что вы можете сделать? Вы можете как администратор зайти в панель управления АТС, настройку ваших посменных телефонов, и, выбрав ваше устройство, отключить пользователя. Произвести, так сказать, логаут для вашего пользователя вручную. Ну, в принципе, все. Это был последний слайд. Я вот тут, кажется, один момент забыл добавить. После того, как вы добавите телефон, и телефон произведет вход в ваш аккаунт, первая BLF-клавиша, которая будет у вас доступна, она будет для выхода пользователя. Нажав первую BLF, ваш добавочный номер выйдет из вашего профайла. Следовательно, не нужно будет нажимать никакой код звездочка 77, звездочка 5. Чтобы все это у вас корректно работало, убедитесь, что обновлены ваши промпты в телефоне. Потому что может быть такая возможность, что изменится какой-то промпт, и как результат, так как промпт не обновился, может возникнет какая-то проблема. Ну, в принципе, по теории все. Давайте посмотрим в консоли, где находятся настройки, про которые мы сказали. Общие телефоны, чтобы добавить настольный телефон. Заходите в первый момент сюда, выбираете «Добавить». Указывается здесь модель телефона. Далее указывается его MAC-адрес. Указывается MAC-адрес, выбирается локальный или удаленный. Если же локальный у вас SBC, придется вам ввести его локальный IP-адрес вашего SBC и порт, на который будет слушать SBC. Далее будет стандартная настройка касаемо часового пояса телефона, языка его, ну и другие настройки, по умолчанию даже кодеки будут. После того, как вы нажмете ОК и зарегистрируете, далее у вас появится вот здесь такое меню и ваше устройство. Как мы уже сказали, как только телефон произведет вход, вы можете с этого же меню отключать пользователей, да, если они у вас здесь будут отображаться, кстати, добавочный номер после, вы можете отключать пользователя от телефона. После того, как телефон добавлен, и что пользователь, скажем, 000 мог произвести вход в телефон, что нужно будет сделать? Зайти в параметры и в разделе параметры поставить галочку «Разрешить совместное использование на этом добавочном номере». Нажимаете ОК. Теперь, в принципе, все. Добавочный номер 000 может у нас зарегистрироваться на телефон. По дайл-кодам, о которых мы говорили, где они находятся в параметрах. Давайте найдем дайл-коды. Вот они у нас. И вот все дайл-коды, которые есть в системе. Звездочка 77. Используются для общих настольных телефонов. Коллеги, пожалуйста, вопросы. В принципе, у нас больше нечего на сегодня, да, нечего добавить. Это была последняя презентация. Я спасибо за комментарии. Коллеги, если вопросов ни у кого больше нет, хотелось бы всех поблагодарить за выделенное вами время. Всем спасибо. Хорошего дня. Увидимся завтра. До свидания. Денис, да, пробуйте. Жду ваши комментарии. Владислав, Александр, спасибо, что посетили наш вебинар.
Коллеги, до свидания, хорошего вечера.